Хей, окей, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру под названием Таз разыскивается. Так, в прошлой серии мы с вами одолели, либо сказать, точнее, можно выиграли матч по футболу, слоновому футболу, и мы прибыли в город. Теперь у нас здесь выбор на три уровня. Магазиныч, потом у нас будет арена в виде кинотеатра какого-то, музей и строечка. Я так подумал, давайте, наверное, пойдем. Самое прикольное здесь пока что выглядит это магазин. После стройка. Поэтому мы отправляемся с вами в музей. Хотя, ладно, так уж быть, погнали на стройку. Да, это третий уровень по сложности, если так смотреть. Если ты сможешь пройти по лабиринту, то увидишь, как узнать, что ты получил. Оу, ты должен быть производным дьяволом, чтобы получить это. О, конфетка? Мы найдем... Так, на бал. Мы пойдем на бал. Пойдем на бал. Тебе можно стать плохо, если ты боишься высоты. У тебя получится? Нет, ничего конкретного. Длина руки таз. Так, почему... Ура! Ты должен крутиться, чтобы не обломиться. Хотел сказать, обмочиться. Смотри, мне кажется, что это сигнал... Так. Имеет что-то. Ладно, короче, не суть. Карта. Нихера, 8 этажей у нас. В одном из доме. Как я помню, здесь есть охренительная будочка. Так, стройбаза. Ой-ой-ой, их тут трое. Черт, походу я получил бздов. Ладно, плевать, пускай. Нормально. Закручиваем, поехали. И нормально. А, здесь строй-робот. Я не помню, что он дает, зачем мне вообще нужно было сюда идти. Я хочу будку найти. О! Стройматериалы. О, тихо-тихо-тихо, приятель. Ладно, сюда пока не прийти. Черт. Немного в бетоне скупался. Так, первый я уничтожил. Окей. Куда ты идешь, парень? Окей. Запускаем. Слишком долгий процесс. Томанать. Готово. Ему стена. О, будочка. Здесь довольно классная будка. Потому что мы будем ФСБшником, либо ЦРУшником. Сварт. Что он делает? У нас есть с вами винтовка, которая херечит сыром. Что дает этот сыр? А, сыр, если что, на один раз. Сыр нам позволяет сделать одну вещь. Если мы попадаем, допустим, в тех же строителей, где он... Давайте на примере покажу. Бам. От запаха сыра они засыпают. Так, хорошо. Тут у нас знак. Чик-чик. Готово. Готово.
Теперь мне нужно туда как-то попасть. Ой-ой-ой-ой, тут ловитель. Ай-яй-яй. Он перепрыгивает, он тут бывает... А нет, далеко он прыгает. А, вот это вот икалка у нас. Вот эта херь на самом деле прикольная. That, you... Так, готово. Где-то я телефонную будку слышал. Ну, а не суть. А, она тут поблизости. Давайте, короче, сейчас два раза переоденусь. В первый раз я... чтобы того синего уничтожить. А, да. Динамитная зона. Мне всегда нравилось на этом уровне защищать от противников территорию. Постоянно этим занимался. Так, это мы в здании в красном нас на самый верх нужно идти. Ага. Здесь все это дело опасно. Изи. Вот эта сетка, это типа батута. Жвачка... Это жвачка полета? Давай, лети, лети. Ой, знак вижу. Так. Тихо, нормально. Это типа лифтика, который нас будет переносить на другой этаж. Такая опасная зона. С этими еще и камнями. А, все. Блин, а как мне генератор включить стоять? Ага. Don't move. То есть у нас на самом верху и... Не, давайте я, короче, потом в лифт зайду. Пойдем сначала наверх сломаем. Ну все тогда понятно. Thank you.
Окей. Ой, тихо. Бля. Ладно. А, теперь мне нужно ждать, пока проветрится. Все, отлично. Все отлично. Так. Давай, давай, давай. В телепортейшн. А не, если аж сюда на телепортировать, нахер оно нужно? Ну. Шестой этаж. Don't move. Значит, мне не попасть, да, так? А, тут выше есть, пойдемте. Как мне нужно на стройматериал попасть? Нет. О, хорош. Все отлично. Отлично. Don't move. Так, я немножко далеко ушел. Нам нужно осторожно запрыгнуть. Тихо. И музыка так поменялась. Куда это я? Для чего? А-а-а. Усики. У-у-у, тихо. Так, ну это понятно, что я мог пойти усы забрать. Пойти сразу за усами. Хотя... Блин, а так у меня больше вариантов нету, да? Либо усы, либо ничего. Я сейчас бы еще плюс облажался. Главное, чтобы мне прыгать не пришлось. Нужно по тени смотреть, куда она идет.
И лучше не удерживать кнопки. Давай, давай, давай. Теперь в обратную сторону. Могу я спрыгнуть так безопасно, чтобы было? Нет. Черт. Так где мой у меня там унитаз 6 уровня? Поехали, нам жвачка нужна. Полетели. Что мы теперь делаем? Во-первых, мне нужно... А если спущусь вниз, я потом не поднимусь, да? Похоже, конечно, на это. Но, однако, ладно. Тут упасть просто легко. Так, тихо. А сбежать мне нужно понять. Нет, тут прохов нету. Готово. Запустили цементик. Так, теперь мне нужно... Самый верх, как я могу подняться. Хорошо. Но мне по-любому в эту херню нужно заплазить. О, даже так. Засни. Как мне тебя отключить? Лифт. Тихо. О, я что-то не подумал. Что я насчет этого не подумал? Их тут двое. Трое. Нафиг. Я так подумал, ну вас нафиг. А нахуй да куда туда прыгнул? Хотя бы не в самом низ. Хотя бы не в самый низ. В смысле, почему ты так начал двигаться? Почему ты начал так двигаться? Давай.
тяжко. Как мне теперь подняться? Служечно. Он просто как-то неестественно начал эту херню страдать. Don't move. Сколько у меня еще? У меня еще целых два. Мне же нужно антенну включить. Во-первых. А со вторым я разберусь как-то. Главная задача это у нас... Но он что-то там долго записать в одном месте. Что это за фигня? Он вообще начал двигаться по-другому. Фух, он хотя бы попал. Это там хотя бы никто не словит. Где-то здесь была катапульта. Так, а теперь понимаете, что нужно делать. Хотя я могу здесь просто быстро пробежаться. Ну, а сейчас попробуем заново. Тыц, 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 тыц. Готово. Я не понимаю. Как мне забраться наверх? Мне ж наверх нужно? Да, мне нужно наверх. Готово. Так, последний у нас находится внизу. Don't move. В самом низу, там, где у нас переключатель. Так, так. Don't move. Где этот шлагбаум? Don't move. Так, я прямо около него. Черт. Так, мне нужно сюда попасть. Теперь, чтобы меня не споймали, ладно. Так, отлично. Готово. Готово. Да. Окей, окей, окей.
Так, готово. Мы прошли с вами стройку. Следующий у нас будет либо музей, либо магазин. Блин. Куда серьезно надо пойти? Как бы такой, чтобы в музей потом пойти. Сначала в магазин сбегать. Ну, давайте, короче, так. Сначала в магазин, потом в музей. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.